Здравствуйте всем, с вами Стокер, и это незапланированный подкаст. А когда у меня незапланированный подкаст, это может знать только одно, что на моем канале юбилей. Да, 800 подписчиков. Хотя они набрались еще как пару дней назад, но я не стал тогда записывать, решил подождать. А вдруг отпишутся, подождал, все-таки 800 так у меня есть даже сейчас, как вы видите, больше. И вот я записываю этот подкаст. Спасибо всем, кто на меня подписались, я очень вам конечно же, благодарен. Также буду вас радовать качественными роликами, насколько я умею. И также всем, кто делает видео, я знаю, у меня такие есть. Вам тоже побольше подписчиков. Старайтесь делать только качественные видеоролики, и тогда у вас все будет получаться. Также спасибо Дмитрию Чиповскому. Если вдруг кто не знает, то ссылочка на его основной канал будет в описании. Он делает различные интересные видосики, также делает регулярно трансляции. Я у него там модератор. Ну и я написал в чат, что мне нужно несколько подписчиков до 800. Ну и он сказал, подпишитесь. Ко мне, конечно же, перешли, люди подписались. Конечно, он мог и показать на стриме мой канал, и тогда бы подписалось бы больше народа. Ну и за это тоже, конечно же, ему спасибо. Хоть так. Теперь хочу ответить на ряд вопросов. Во-первых, мне говорили некоторые, что у меня 800 подписчиков, они накрученные. Здесь занимаюсь уже, получается, 6-й год видео, и толком ничего не добился. Если бы я действительно хотел бы накрутить, я бы накрутил 1050-100, так это точно. Это когда-то были живые подписчики, сейчас уже, конечно, мертвые. Я начал делать видео в 2012 году полноценно, а вообще канал создан еще с 2010 года. И в 2013-2014 году действительно были живые подписчики, даже несколько тысяч у меня видео набирали. Но сейчас эти аккаунты забыты, кто-то забил, перестал смотреть, много различных ситуаций есть. Вы даже посмотрите на какие-то мелкие каналы сейчас, которые были в те времена популярные года 2-3 назад, то сейчас у них такая же ситуация. Даже популярные каналы, у которых по миллиону, по два, видео набирают всего 20-30 тысяч от силы. И вы скажете, что тоже накрутили? Нет. Когда-то в свое время они были популярны, и их действительно смотрело большое количество. С временем надоедает смотреть там одно и то же, по какой-то причине бывают даже и не отписываются, ну и вот так вот получается, что можно сказать, мертвые подписчики. Так что хватит уже об этом говорить, что я там себе накрутил. Во-первых, я этого не умею, а во-вторых, если бы я действительно это бы хотел и задался этому целью, то я бы накрутил бы намного больше, а так мне это вообще не нужно. Это, можно так сказать, мое хобби, просто мне это нравится, ну а так я это выражаю, что выкладываю на YouTube, а кто хочет, пускай смотрит, я никого не заставляю, в принципе, всем рад, кто на меня подписывается и смотрит, но никого я не заставляю. Вот раньше, когда я узнал, что можно подключить партнерку, тогда было нужно 200 подписчиков на VSP Group, я действительно хотел и даже, можно так сказать, этим бредил и ждал, пока наберет 200 подписчиков. Но после этого, как набрались и я добился цели, заключил с партнеркой договор, перестал это бредить и просто изредка смотрел на количество подписчиков и просто делал видео, потому что мне это нравится. В общем, об этом все. Теперь давайте перейдем к моим каналам. Лайв-канал. На лайв-канале по мере возможности я буду выкладывать видео. То, что не касается моего основного канала, конечно же, будет на лайв-канале. Там очень изредка выходят видео, но все-таки они выходят. Канал Stoker Show. Планирую его возобновить хотя бы один раз в месяц снимать видео, так что на следующей неделе, может быть, будет новое видео. Посмотрим, пока ничего не могу вам сказать. Так что видео там изредка, но будут выходить. Основной канал. На основном канале все, что вы видите, то и будет выходить. А именно, различные обзоры на технику. Если что-то буду себе покупать, то, конечно же, буду делать на это обзор. Специально я ничего не покупаю. Также обзор на разные там игры, приложения. Это тоже по мере возможности будет. Если что-то интересное есть, что показать, то, конечно же, я буду это делать. Новости компьютерных технологий. Эта передача у меня идет раз в месяц. Рассказываю о новостях компьютерных технологий. В общем, интересно. Это будет тоже выходить. И выходит, в принципе. Прямиком в прошлое. Тоже выходит. Рассказываю о различных интересных компаниях, каких-то старых девайсах. Так что, если кому интересно, смотрите, мне интересно это снимать, я узнаю что-то новое, ну и вы, может, тоже что-то узнаете из этой передачи. А все остальное пока ведь не будет выходить. Ну, допустим, кухня тоже часто хотели, чтобы я делал, ну, было пару человек. Пока я не буду ее снимать, говорил в старых подкастах, что мало ее смотрят, потому я ее мало так выпускаю. Теперь вообще перестал, потому что мне как бы надоело ее снимать. Может, когда-то еще сниму ее, но пока вместе не буду я ее снимать. Ну, в общем, все, что хотел, то я вам
я рассказал по поводу своих каналов. Также еще хочется сказать, что у меня выходят стримы регулярно на моем основном канале на этом. Так что подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить мои трансляции. Где-то 3-4 трансляции в неделю точно бывают. Так что подписывайтесь, ну и можете попадете и посмотрите мою игровую трансляцию. Также есть у меня еще один канал. Я его вообще не пиарю, так как не считаю в этом нужды. Это канал называется Прикол ТВ, там я выкладываю нарезки из стримов Дмитрия Чеповского и Андрея Нефедова. Если кому понравится, можете зайти и подписаться, это уже ваше, в принципе, дело. Ссылочку я, конечно же, оставлю внизу в описании, но это один раз, смысла нету ее пиарить в каждом видео, просто решил вам поделиться этим каналом. Если кому понравится, то подписывайтесь, я не заставляю. Ну, в общем, все, что я вам хотел рассказать, я вам и рассказал. Всех с юбилеем, 800 подписчиков, дальше 900, ну а там уже не за горами и 1000. Буду вас радовать, ну, качественными видеороликами, какие я умею, в принципе, делать. Кому нравится, смотрите. В принципе, я вас не заставляю. Это уже ваш выбор. Ну, в общем, все. Следующее видео будет через неделю, в принципе, как и всегда. Ну, а с вами был Стокер. Спасибо, что на меня подписались. Юбилей 800 подписчиков. Идем дальше. В общем, все. Всем пока, всем удачи.